Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами проведем простую практику, и это практика, с помощью которой вы сможете избавиться от многих проблем в своей жизни. Вам понадобится только красная ленточка. Обращаем ваше внимание, не ниточка, а именно красная ленточка. А также вам нужно будет выйти на улицу и понадобится определенное дерево. Для женщин это одно дерево, для мужчин другое. Как это делать правильно, что, какие слова говорить, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя». Обязательно, друзья, проверьте, есть ли колокольчик и выбраны ли все уведомления. Также обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете достатка, финансового благополучия, прибыли и много-много денег. А прямо сейчас, друзья, мы с вами начинаем. Итак, у нас у каждого сейчас сложились такие ситуации, что могут быть проблемы. При этом проблемы могут быть как какого-то масштабного для нас значения, но и также мелкие. Но вне зависимости, какие это проблемы, вы всегда можете провести эту практику. При этом эту практику вы проводите вне зависимости, какая луна, растущая, убывающая, полнолуние, новолуние. Все достаточно просто. Просто нужно взять, купить красную ленточку и привязать на дерево. При этом у вас могут быть проблемы, как на работе, при этом это могут быть и с коллегами связаны, и с начальством, и с деньгами. Возможно, вы сейчас находитесь в ссоре со своими родственниками, с друзьями, и вы не можете решить ни свои личные дела, ни свои личные вопросы. И вот именно эта практика настроит на то, что вы увидите, как ваша жизнь начнет потихонечку налаживаться. Мы не говорим о том, что после проведения этой практики буквально за считанные минуты в вашей жизни все прояснится и станет на свои места. Нет, для любой практики, для любого ритуала всегда нужно время. Главное правильно это сделать и запустить определенные процессы. Данный ритуал может проводить любой человек. Здесь разницы нет никакой, как мужчина, так и женщина. И данную практику вы можете проводить на любую луну. То есть у вас появилась какая-то проблема, мы не ждем с вами убывающую луну, а начинаем проводить практику. Главное, друзья, чтобы вы были сами в хорошем настроении. Конечно, когда у вас проблемы, это очень сложно, потому что в вашей голове, в ваших мыслях постоянно прокручиваются какие-то определенные ситуации, прокручиваются определенные какие-то слова, проблемы и так далее. Но на время проведения этого ритуала было бы хорошо, если бы вы просто отпустили все во Вселенную, в космос и занялись этой практикой. Для проведения этой практики вам понадобится всего лишь красная ленточка. Но, обращаем ваше внимание, ее нужно купить, потому что, чтобы ленточка у вас была именно новая. То, что у вас дома завалялось, и как вы считаете, она новая, это хорошо. Но правильнее будет, если вы, например, сегодня решили проводить ритуал или завтра проводить ритуал, то сегодня пошли в магазин и купили красную ленточку. Итак, в день, который вы выбрали для себя, потому что вдруг сегодня вы сегодня на работе, а завтра у вас выходной день. Итак, купили ленточку, берем свою ленточку и на нее начинаем завязывать узлы. И вот на каждый узел нужно сказать определенные слова. Итак, смотрите, завязали первый узелок, говорите «это на здоровье». Далее завязали второй узелок, говорите «это на дружбу». Третий узелок завязали, говорите, это на любовь. Четвертый узелок завязали, говорите, это на счастье. Пятый узелок завязали, говорите, это на удачу. Шестой узелок, это на деньги. Седьмой узелок, это на то, чтобы все сбылось. Достаточно говорить эти слова по одному разу, когда вы завязываете узелок. И смотрите, если вам сложно запомнить, то желательно это переписать, то есть не смотреть ни в телефон, то есть стараться не отвлекаться. Как вариант, вы можете переписать на листок бумаги, то есть что зачем идет. После этого, когда вы будете именно работать с деревом,
то постарайтесь или степлером закрепить для себя, или как-то завязать, но чтобы эта бумажечка была перед вами. Дальше берем нашу ленточку, можно в этот день, можно на следующий, но также очень важно, чтобы вы выбрали дерево, которое вам понравится. Обращаем ваше внимание, что если это делает женщина, то здесь вы должны выбрать березу, сирень, липу или осину. Если делает эту практику мужчина, то мужчина должен выбрать для себя клен, дуб, тополь или ясень. Итак, выбираем дерево согласно того, что мы только что озвучили, которое и вам понравится, и привязываете ленточку на ветку. И вы начнете замечать, что таким образом постепенно ваша жизнь будет налаживаться. Если вы проживаете не в странах СНГ, например, вы проживаете где-то на Шри-Ланке, или вы проживаете где-то в Африке, где у вас нет таких деревьев, как береза, как клен, как дуб, там липа и так далее, тогда узнаете у местных, какие женские деревья, а какие мужские деревья, именно по энергетике. Местные именно люди пожилые, они об этом знают, обращаем на это ваше внимание. Друзья, вот такая практика, которая поможет вам избавиться от проблем, от тех невзгод, которые есть в вашей жизни. Бывают такие ситуации, что у вас, например, достаточно ужасная ситуация в жизни, то есть что-то постоянно не получается, с работой проблемы, в личной жизни, в семье и так далее, и так далее. В таком случае проведите этот ритуал несколько дней, то есть сегодня провели, сделали, на следующий день провели и еще на следующий день. Только большая просьба не завязывать эти ленточки на дереве одном и том же. И желательно, когда вы будете завязывать, то сделать нужно так, чтобы эти деревья были, например, в разных частях города или в разных частях вашего села, деревушки и так далее. Также вы это можете делать, если они находятся возле вашего дома. Ничего здесь страшного нет, только не старайтесь покупать ленты на пару метров. Там буквально вам понадобится буквально 1 метр. Завязали ленточку и пошли заниматься своими делами. Как вы видите, все достаточно просто, понятно. Надеемся, у вас не останется после этого видео никаких вопросов. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно проверьте, включен ли у вас колокольчик и все уведомления. Также обязательно ставьте лайк этому видео, у нас таким образом с вами происходит энергообмен. Далее, друзья, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что действительно у этих людей какие-то сейчас проблемы, какие-то моменты, нюансы в жизни, которые у них не получится решить. И вот именно эта практика поможет стать на путь истины, откроет новые дороги, найдет тех людей, которые помогут решить те или иные проблемы. Не стесняйтесь делиться этим видео, другими видео. Главное, чтобы вы понимали и чувствовали, что это ваше, и вам нужно это сделать. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите 2 прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Выбирайте то, что вам более интуитивно и интересно, и переходите и смотрите. Приятного всем просмотра!